Сипягин признал, что уехал лечиться от коронавируса в платную клинику столицы. Об этом в среду он сам сообщил жителям Владимирской области через соцсети. Напомним сообщение, что глава региона санавиации госпитализирован в Москву, появилось еще во вторник утром. Однако тогда пресс-секретарь назвала его фейком. Ольга Петрова утверждала, что Сипягин продолжает амбулаторное лечение у врача по месту жительства. Через несколько часов информацию о том, что Сипягин действительно госпитализирован, Петрова все-таки подтвердила. Но где лечится губернатор, не сообщила. После консультации с врачами было принято решение о госпитализации Владимира Владимировича Сипягина. Более подробная информация не подлежит распространению. Свет на ситуацию пролил сам глава региона. Сипягин сообщил подписчикам, что уехал лечиться от коронавируса в частную клинику из-за начавшегося осложнения. А почему в Москву? Да чтобы не занимать лишнюю койку в наших инфекционных госпиталях. Мол, есть земляки, которые болеют тяжелее, и им здесь койки нужнее. В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь.